сломалась в этот момент. А сейчас мы, чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу вам споем песню. И это будет новинка. Мы сегодня даже репетировали ее. И вот с нами споет Стас. Сейчас споет Михаил. Ну, Стас Михайлов сегодня не смог, он прислал замену. Тоже Стаса. Тоже на М. Это будет Стас Маркевич. Вот он идет к нам. Сейчас будет премьера, в первую очередь для нас. Здрасте. What's up? Oh, 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 my baby.
I just got to go there. 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 I just got to go there.
Сергеевич. Живо! Спасибо. Спасибо тебе большое, то, что был первым. Лёва. Мы на нем отстроили звук. Теперь, дорогие певцы, вам не страшно, вы можете выходить. Все. Сейчас мы... Илья, ты готов поиграть с нами? Мы не будем долго мучить ребят, которые хотят с нами поиграть. Релакс, Денис, да? Мы сейчас сыграем композицию «Релакс». Нет? Нет? Ну тогда Рома еще с нами поиграет, останется с нами. Роман Куликешев, вот наш барабанщик. Смотрите на его руки, ему больно играть, он весь в крови. Но он играет, у него температура. Роман Куликешев.
мы сейчас сыграем с Денисом следующую композицию, которая называется «Страсбург», Сан-Дени. Thank you.
друзья! Сейчас мы сыграем одну из композиций из рубрики «Страшное». У нас есть такая рубрика, в которой входят такие композиции, как это, «Just Crimes», «Tuesday Night Squad», ну, и так далее. Следующая композиция будет знаменита тем, что мы не будем попадать в синкопы, потому что каждый считает, что он прав. Но эта композиция Джошуа Реднона называется «Hitting Home». Сейчас мы пытаемся ее исполнить. Thank you.
спасибо. Это был Павел Егоров и Денис. И сейчас мы хотели бы пригласить на сцену девушку Ксению, с которой мы сегодня имели честь репетировать. Вы не поверите, мы иногда репетируем. Да, Ром, ты нам сейчас нужен, как никогда. Ксения. Друзья, Стас поможет мне спеть эту прекрасную песню. Да. Да, Стас? Сейчас я тебе дам слова. Все подготовились к джему. So hazy, tell me what's been screaming at you.
Спасибо. Спасибо. Еще одна песня прозвучит в исполнении Стаса и Ксении. И Ксении. Замечательная про секс ребят. Песня. Замечательная музыка. Про секс даже песня. Ну, feel like making love. Про секс поется. Ну, про любовь там. Стас любит шутить. Я? Нет, я. Нет. Нет, ты. Oh,
На перебинтовку и сыграем для вас композицию, которая называется «Штучки Вейна», как ее переводил Игорь Михайлович. Thank you.
Сейчас мы для вас исполним композицию, которую хотела спеть с нами девушка Вика. И, может быть, она будет даже не одна, эта композиция, потому что Руслан Смага знает больше, чем я. Видимо. Но начнем мы с композиции группы Incognito. Always there. И, видимо, для этой композиции нам понадобится Павел Егоров, который скрывается где-то. Павел? Павел? Павел Егоров? Егоров Павел? Прошу вас, Павел Егоров. Для вас пил и сидел, курил Павел Егоров. Thank you.
Это была Вика, мы в следующий раз обязательно приготовим еще что-нибудь с вами. Спасибо вам большое. И сейчас... Для того, чтобы закончить сегодняшний вечер, такой замечательный, удивительный, вам нужно всем активизироваться. Если кто хочет с нами что-то спеть или сыграть, это тот самый момент. И сейчас мы споем композицию Superstition. И будем перейти дальше. Thank you.
был Денис. Друзья мои, ну, в принципе, мы высказались на сегодняшний вечер. Вы сыграли для вас все, что вы хотели. До свидания. Все, спасибо большое. До новых встреч, до следующей недели. Все.